Всем добрый день. У нас сейчас уже 1:30 дня. Я буквально встал с кровати недавно, в 12. Каких я сегодня, да, заспался, очень долго спал, потому что я лег, в принципе, поздно. И сегодня что? Сегодня у бабушки день рождения. Вообще он у меня был где-то в будних днях, блин, не помню, когда, если честно. Но он был на этой неделе, и решили то, что на выходных отпраздновать будет получше, потому что все будут более-менее свободны. И поэтому вот, сегодня будем праздновать день рождения бабушки, но, скорее всего, я не буду там долго сидеть очень. Возможно, посижу немножко, поем и пойду уже куда-нибудь дальше идти гулять. Так что да, сейчас вообще уже будем собираться и скоро будем выезжать. Что-то мне подсказывает, что пойдет дождь. Тебя по прогнозу дождя не обещали, но вот эта вот туча меня напрягает. Я вышел с собакой гулять перед тем, как поехать к бабушке. И на улице сегодня так, смотрите, насколько это красиво. Это же офигенно. Все такое зеленое стало. Я прям не могу. Сегодня тепло, плюс 17 на улице. И душно. Душно прям как перед дождем. Стремно, надо, наверное, зонтик с собой взять. Ты сядешь? Я? Ну, садишься? Твоё любимое-то. Вышел погулять сейчас немножко. Что-то мне надоело сидеть дома. Решил по району погулять. Хоть тут и негде особо гулять. Тут в основном такие жилые дома, пятиэтажки. Нашел площадку какую-то. Я не знал, что она тут есть. Ой-ой-ой. Прикольно, там площадочка, конечно. Прям рай для ковида. Что это было? В общем, да, там сами видите, сколько людей, сколько детей. Вход в новую площадку, которую я не знал. Да ладно. Их за прошлый год целых 2 тут новых построили. Прикольно, что сказать. А еще у меня садится телефон, и поэтому я иду домой. Вот вам вид. Красивый вид на красные девятиэтажки, 2. И 3 сейчас должна быть. Вот. Очень красивый закат, как всегда. И бабуша, и закат. И вообще все очень классно и прикольно. Я уже дома. Балу, иди сюда, куда ты на дорогу попер. Уже дома. Гуляющий с Самакином. И мы договорились с одним моим другом, возможно, поиграть в CSGO, который я ни разу не играл. Но, видимо, буду играть. Поэтому его нужно скачать. И... Да, этим, походу, сейчас займусь, когда приду домой. Бабушки днюху мы отпраздновали. Классно, нормально, покушали. Все было прикольно. Правда, Сони там не было. Да ладно, тоже нормально. Погулял по Первомайке. Классно. Вот мне нравится этот район Первомайка. Первомайка. Вообще, он новый Форштадт называется. Но так, его называют Первомайка почему-то. Ну, все, короче. Ой, с улицы не хочется выходить, если честно. Или хочется. Короче, все, я уже начинаю фигней маяться. Включусь уже дома. Ну, интернет, в принципе, как обычно. Уже 11 часов почти. Загрузилась только половина. Даже меньше. Или почти... Короче, половина. Надеюсь, она сегодня загрузится хотя бы. Фиджет спиннер. Нашел. Спиннер недавно. Точнее, Sony его нашла у меня в полке. Такая ностальгия, конечно. Представить себе не можете. Или можете, если он у вас есть. Идет какая-то проверка. Интересно. Ну, ладно, я вообще, наверное, буду заканчивать уже влог. Буду учиться играть в CS. CS GO. В которую я никогда ни разу в жизни не играл. Я вообще не понимаю, как так получилось, потому что все в нее играют. Просто, мне кажется, абсолютно все. И я такой...
Привет. Который ни разу в нее не играл. Но все бывает в первый раз, да? Получается. В любом случае. Поэтому да, ребяточки, буду учиться играть в эту игру и... Все, да, на этом все. Всем пока.